Всем доброе утречко. Ну, посмотрим. Вот такой красавец. Просто класс. Приехал на рыбалку. Всем доброе утречко. О, погодка сегодня, конечно, не фонтан. Ветер, я думал, будет намного лучше. Время сейчас без 10:04. Расцветает. Будем сейчас забрасывать, посмотрим, что удастся поймать. Все-таки дальний заброс я снаряжу червяком. Червяков подкормил заварочкой. Они мне вообще разъелись. Вот такие вот монстры. А были магазинные, вообще маленькие. Но заварочка сделала свое дело. Сейчас мы... Целого червяка надевать не буду. Но прям холодно, слушайте. Я оделся по-летнему. Передавали вообще тепло, ветра не было по прогнозу, солнце. Плещется рыбка. Ну, посмотрим, что на булку у нас возьмет, не возьмет. Хочу сказать, что на булку вообще не клюет. Странно. В прошлый раз прям поклевки были супер, и рыбка клевала крупная. Сейчас вот пробовал тесто. На тесто какие-то были поклевочки, но тоже так небольшие. Дальняя удочка на червяка вообще молчит. О-о! Что-то пытается выкладывать. Это, кстати... Или это ветром, или это выкладывает, потому что там стоит булка. По-моему, поклевка. Похоже на поклевку. Нет, в это ветер. Опять никого. Короче, друзья, тут пакет валялся. Взял пакет, сейчас прикормим. Я понял, что клюет. Мелочь такая, знаете, с палец. Сейчас прикормимся. И уже потом посмотрим, что будет клевать дальше. Ну, что-то, конечно, такое мне не нравится. Надо закормить. Много не буду. Ну, мелочь можно тоже котам половить. Но сегодня я не за мелочью приехал. Сегодня у меня была цель поймать нормальную рыбу.
Это все потому, что я забыл садок. Это все из-за этого. Так, пусть настоится. А, надо еще на тесто пробовать. Маленький кусочек цепляешь, и чтоб жало было крючка открыто. Сейчас прикормим. Рыбка подойдет. Ну, наконец-то, друзья, первый карась. Долго я его ждал, очень долго взял за нижнюю губу. Вот такой красавец. Просто класс. Вообще, ах, как переливается. Ну, красавчик. Но очень долго, конечно. Хочу показать, как я насаживал тесто, потому что это сыграло свою роль, я уверен. Нужен, во-первых, не очень большой комочек, а во-вторых, нужно его насаживать вот так. Перекрутить вот так, вот так, чтобы было жало крючка. Вот так. Вот именно на такое вот он и клюнул. Ну, вы видели, друзья, выложила, а никого. Наверное, поставлю я червяка. Что-то на тесто как-то. Мои черви. Они начали убегать от меня. Так я им мха насыпал, плюс... Ух ты, как я закрыл их капитально. Плюс я еще его намочил. Так им тут вообще должно быть хорошо. О, как им тут по кайфу. Я с утра пробовал. В 4 утра. Что-то как-то он мне не понравился, червяк. Ну, может, сейчас что поменяется. Наконец-то, друзья, Ой, блин, неужели? Все, завел. Есть! Фу-у-у. Повезло. Наконец-то. Это был хлеб, друзья. Хлеб. Это хлеб. А вот, иди сюда, родной. Оп. Какие красавцы. Вдвоем тут плавают. Ух. Поднялся ветер сильный, ни на хлеб, ни на тесто, что-то вообще не клюет, только два карасика поймал. Предлагаю покушать. Вот такая вот печечка зимняя, кто помнит, кто смотрит. Эта штука перестала работать, поэтому зажигалка с собой. И сегодня у меня тушенка говядина рубленная. Не знаю, как она вообще, если честно. Светофор сегодня спонсор. Это шутка, если кто не понял. Да, пока клёво нет. Ну, давайте откроем. Что тут у нас? Пока только жир. Ничего хорошего, так сказать. Ладно. Замечательно. Хорошая печка. Ветер, не ветер, как бы нормальная тема. С подогреем. Начинает таять. Посмотрим, сколько там тушенки в этой. Ух ты, ребята! Ребята! На тесто! Офигеть, он даже не клевал.
Офигеть! Поклевки даже не было. Красавец. Очень странно, как он так взял. Ну иди сюда. О, три штучки. Есть. Маловато, конечно, но ничего. Так, значит, сейчас еще нацепим. Может быть, ту дальнюю еще посмотреть. Может, и там уже кто-то сидит. Но это был на тесто. Я еще булочки нарезал. Но что-то булочку я пока не хочу ставить. И был он... Да, блин, ветер вообще не дает забросить. Просто вообще в лицо такой ветер сильный стал. Надо улавливать момент, чтобы забросить. Что-то оно даже не растаяло с этой стороны. Давайте пробовать нашу говядину. Не, ну слушайте, куски говядины есть. Давайте, наверное, без хлеба. Сначала, чтобы понять. Ну, что я вам хочу сказать. Сразу чувствуется, что мяса почти нет. Какие-то... Это жир. Жир какие-то, как холодец, знаете. Короче, фигня. Перекусить сойдет, но не более. Желе из мяса, знаете, вот что-то такого. Но мне деваться некуда, у меня кроме этого и печенья больше ничего нет. С хлебом и горячее можно съесть. Вот холодное, если бы оно было еще и без хлеба, не. Это была бы жесть. Забираем с собой, не выкидываем. Тут вон сколько пластика набросали, как всегда. Свинячат все. А потом, когда приезжаешь ловить и говоришь, ну вот, люди плохие насвинячили. Так ты сам такой. Сам свинячишь. Поэтому всегда нужно начинать с себя. Перешел я на другое место. Там вообще что-то глухо. Уже часа, наверное, 2.5. Здесь план, сейчас закормлюсь. Ветер, правда, сильный, прям в лицо дует. Закормлюсь, еще часика, может, два посижу, и все, и на сегодня, я думаю, хватит. Вот это весь улов, три карасика. Пойдемте их выпустим. Чего уж. Вообще плохо клевало. Давайте мы их отпустим. Карасяндриков. Вот так давайте. Вот так. Ну плывите, че вы? Давайте. Раз один пошел. Давай, второй. Ну давай, что ты? Он не поймет, куда ему плыть надо. А, в кусты пошел. В кустах здесь сидит, спрятался. Прям под берегом. Вон он. Ну ничего, он сейчас поймет, куда ему надо плыть. Ё-моё, на удочку наконец-то поклевка. Часа три, наверное, не было поклевок. Но это так, шальная, скорее всего, ничего особенного. С поклевками очень плохо. Что-то прям вообще. Но ничего страшного. Самое главное в нашем деле — это процесс, отдых. Поэтому это все ерунда. Мое мнение. Так что... Главное, что вот выехали, выбрались, все замечательно, посидели. Всем огромное спасибо за просмотр.
Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, оставляйте свои комментарии, пишите, где вы ловили, какие у вас были рыбалки. Главный процесс, отдохнули на свежем воздухе, получили удовольствие. Теперь собираемся и едем. Да, конечно, картина, не описать слова. Просто люди свиньи. По-другому это не сказать. Ладно, всем пока.